Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, маленькое видео, маленькое сообщение о том, что у нас на канале, помимо того, что увеличивается количество подписчиков, у нас уже 12650 человек, я хотел бы обратить ваше внимание вот на что. Помимо видео как такового, у нас есть вкладка сообщества, она есть достаточно давно. И с какой-то периодичностью мы публикуем на этой вкладке, то есть можно не только видео просматривать, но и на этой вкладке читать какие-то информационные сообщения. На мой взгляд, очень интересное сообщение, иногда не очень, иногда интересно. Ну, в частности, последнее, что было опубликовано, нормально Григорий, отлично Константин. Или, допустим, страшное сообщение о запахе арбузов или запахе смерти в российских больницах. Или, предположим, о статье, которая мною была прочитана, переработана и оформлена вот в этой вкладке «Фармацевтическая и продовольственная мафия». Одним словом, коротенькое видео о том, что на нашем канале появилась возможность не только смотреть видео, но и участвовать в жизни канала, комментировать видео, которые выкладываются на канале, и писать какие-то свои сообщения, комментарии. А самое главное, на мой взгляд, очень интересно участие в вопросах. Их тут несколько, значит, и я уверен, они вас заинтересуют. То есть люди заходят, смотрят, просматривают. Я просто хочу сконцентрировать ваше внимание и на этом, на этой нашей вкладочке. Канал многим интересен, и я думаю, дальше будет еще интересней. Собственно, на этом все о сообществе лаборатории психофизиологического обеспечения. Подписывайтесь, заходите, комментируйте видео и участвуйте в нашей жизни. Удачи вам всем!